Снова здраво, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем Великую Арену, а я продолжаю болеть, поэтому напрягаться я особо не буду в плане голосовых связок, буду разговаривать тихо, спокойно, размеренно, в общем, как получится. Shrednek у нас в соперниках, мастер Ситхов из гильдии Seven Star Ситх. У него имеется только легенда Палпатин из легенд, и давай смотреть, что он ударил, не ударил, он не ударил. Хорошо, кто у него имеется в защите? Палпатин, Малак, Пыбася, Старая Республика, Поголи с дроидами. Здесь, кстати, необычно видеть Магностража, обычно здесь дроидека в большинстве случаев, но Магностраж тоже имеет место быть. КЛС пак, это весьма неплохо, его нельзя игнорировать, даже учитывая его уровень прокачки. Охотники, насколько быстрые? Медленные. На самом деле, в пачку охотников, мне кажется, что имеет смысл делать босса максимально быстрым, тогда хотя бы теряется контра за имперских штурмовиков. Во всех остальных случаях они будут отлетать просто на раз-два. Даже в 3 на 3, в теории. Жуки и эвоки. Давай мы начнем, наверное, тогда снизу. Посмотрим, что у нас стоит позади. На жуков стандартно идем триумвиратом. Так, раз, два, три. Поехали. Вообще не могу разговаривать, все болит, почки болят, глаза болят, все вот это вот, поэтому извиняй за такое говняненькое состояние. Угу. Иди сюда. Так, на, держи изоляцию. Солдат. Солдат на самом деле к жукам достаточно неплохо в 3 на 3 залетает, потому что он дает некоторый разгон. Но я все-таки приверженец санфака, потому что санфак дает большую выживаемость. Так, сюда. Хорошо. Ну, восстановить защиту мы себе тут вряд ли где-то кому-то сможем, но, опять же, почему бы и нет. Бляха, опять в инвиз ушел. Так, подожди, не убивай, не убивай. Не... Ага, подожди, 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 подожди. Давай мы сделаем вот... Бляха, продолжительного урона умер. А длительного урона. Продолжительный, длительный, я всегда их путаю. Здесь имперские штурмовики, почему бы и нет. Собственно говоря, вот таким образом. Конечно, без Гидеона и без патрульного уверенности намного меньше, но тем не менее. Так, давай лепим сюда. Делаем вот таким образом. Наверное, изначально начнем все-таки с Бобы, потому что он в R8. И он все-таки более домашний тип, нежели чем все остальные. Хотя Денгар, кстати, на секундочку, тоже может подкинуть пару-тройку неприятных сюрпризиков. Так, вот это неплохо уже было. Так, сюда. Какой босс крепкий. Ага. Блин, давай вот таким образом. Великолепно. А у нас... Вирс восстанавливает защиту при смерти или здоровье? Угу. По-моему, защиту восстанавливает. Но не суть важно. Эвоки. 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 Притом, кстати, золотые эвоки. А что, если сделать вот таким образом? Эвоки, на самом деле, не сильный отряд, но он, так сказать, с изюминкой, с хитринкой. Ну, а его, наверное, вот таким образом сделаем. Сюда дадим стан. Хорошо. Старейшина отлетел. Давай сюда опять стан даем. Кстати, если ты заметил, я КЛС удал все три дзеты. У меня было очень много дзеты, я думал, куда их потратить, и решил, что все-таки лучше их дать КЛСу.
У меня и сейчас осталось там, по-моему, то ли 120, то ли 130 осколков Z. Так, здесь у нас что? Среван. Неожиданно, кстати, достаточно-таки неожиданно. Но не то чтобы страшно. Давай мы, наверное, сюда сходим за легенду Палпатина. А на Сревана сходим за Древанпак. Давай мы повяжем тебя. Мы повяжем тебя. А убивать пока будем Палпатина. Да, наверное, с другой стороны, надо было лучше идти все-таки на Сревана за легенду Палпатина. Потому что он по светлым наносит побольше урона, чем по темным. Ага. Блин, надо было Палпатина связывать. Давай мы перевяжем сейчас вот таким образом. Вот так. Потому что почему-то мало провокацию получает. Окей. Давай сразу переходим. Хорошо. Не страшно, бро. Вообще не пугает. Здесь, наверное, надо автобой просто включить, да и все, что я сижу, щелкаю. В любом случае, это уже победа. А что это? А как это? Я звук на телефоне не выключил. Категорически извиняюсь. И на часах тоже выключаю звук. Все, отлично. Какой крепкий жирный малок. И какой беспонтовый легенда Палпатин. Охереть. Надо было все-таки его связывать и убивать. Ты сегодня сдохнешь, нет? Потрясение на него накинь, потрясение накинь, он хилиться будет. Потрясение накинь, потрясение накинь. Потрясение накинь, говорю, потрясение накинь, он отхиливается, просто будьте здрасте. Сопротивляется, падла. Во, потрясение, отлично. Потрясение накинь, потрясение накинь, говорю, потрясение. Фух, ну хотя бы так. Твою мать. Вот это было супер неожиданно, прям. Серьезно. Какой же жирнющий малок. Так, Древанпак. Ну, давай таким образом, наверное, сделаем. Хотя, по идее, сюда можно было идти так-то без малока. Можно было взять мародера. А, и тут везде сопротивление идет. Повышение стойкости. Окей. Окей. Так, тихо. Подожди. Хорошо. Да, отвалился Древанпак. Ну, вроде пока все неплохо. Достаточно таки идет. У нас есть раз, два, три здесь пачки. Где у нас посильнее? Наверху вроде посильнее, пацаны. Да, у нас же еще КЛС пак есть. У нас есть Старая Республика. И у нас еще... Ага, так, хорошо. А, у меня, кстати, есть ГС. Давай мы ГС отправим на КЛС. Файвс, Рекс, поехали. КЛС очень крепкий пак, его нельзя недооценивать. Тем более, что у меня практики против игры против КЛС особо-то нет. Да, малёха, конечно, переборщил я. Ладно, допустим.
Надо было, наверное, Гесса вообще в одно рыло отправлять. Так, Погуль, B1, Магностраж. Погуль, B1, Магностраж. Ну, кстати, давай мы моего с Ревана спустим. Таким образом. Это уже, как знаешь, традиция. То есть, если ты видишь кого-то из дроидов, надо брать по-любому с Ревана. Так. Сюда. Давай мы быстренько от этого дурачка избавимся. Хорошо. Разгоняемся. Еще разгоняемся. Передаем ход. Раскидываем. Разгоняемся, отхиливаемся. Вот так. Разгоняемся. Ага, Магностраж не очень вовремя походил. Ну да ладно. Ну я Погля пока буду бить. То есть, как бы танк есть, но его вроде как и нет. Понимаешь, он свою функцию абсолютно никак не выполняет. Ой. Чего это так больно-то? Призыв через Бинда. Глазки раскинем. И добьем. Вот и все. Здорово, великолепно. Так, кто там еще меня может напугать? Старая Республика, Старая Республика. Старая Республика. Подожди, а что у вас по скоростям, пацаны, пацанчики? Уже, по идее, скоростей не должно быть. Вот здесь я, кстати, с Сашкой и Бабой Ягой должен согласиться, что все-таки Старая Республика в атаке полезнее будет, чем в дефе. Потому что в дефе она, ну, никакущая. Очень слаба. Так, мы тогда что делаем? Мы, наверное, делаем вот так. Мы, наверное, делаем вот таким образом. Таким образом. Таким образом. И вот таким образом. Великолепно. Да, Вейдер все-таки еще на что-то способен. Не то, что было раньше, конечно, но тем не менее. Кто у нас? Стойкость. Стойкость и рыба. Хорошо, тогда пойдем мы, наверное, не полным отрядом. Таким образом мы завалимся. Для того, чтобы подзаработать больше стягов. Я не знаю, правда, насколько больше это мы заработаем по итогу. Но за злорадство очень грязно всегда получается. Так хоть как-то нивелируем. Угу. Подожди, у него здесь Энакин под стойкостью. А, окей. А кто у него тогда в атаке под переговорщиком? Я боюсь спросить, если у него Энакин, Асока и Умбарский тут. Интересно, кем у него будет флот атаковать? Не, серьезно. Да-да-да. Бляха. Успел подмогу вызвать, да? Окей. И сюда тогда разу. Но ну какое уклонение, ну серьезно. Вот прям вообще ни разу не вовремя. 66 стягов. А пошли были бы полным составом, у нас было бы меньше стягов. Так, здесь мы, наверное, тоже фулл составом не пойдем. Мы найдем, пойдем, наверное, вот так. Потому что, как бы рыба вообще, по большому счету, говорят, контра переговорщика, ну, слабая. У него флотик-то не сказать, что прям сильный какой-то. Угу. Отлично. Давай сюда. Сейчас еще Умбарский бахнет. Великолепно. Блин, успел улитку свою включить, да? Ну ладно. Да-да-да. А, кстати, Пло надо было взять. Он же здоровье и защиту восстанавливает. Что-то я об этом не подумал. Окей.
Ну. Как же меня эти уклонения задрали, конечно, ты не представляешь. Добейте. Великолепно. Да, грязненько, но 67. Как ни крути. Ладушки, хорошо. Здесь еще тогда низ надо подзачистить. Пбася. Ой, Пбася, просто Бася. Нут. Кстати, на секундочку. Тут Энфис. Ладно, пойдем по очереди. Давай мы, наверное, вот так. Подожди, а жуков я куда могу отправить? Жуков, наверное, сюда? Вдвоем. Со шпионом. Сейчас попробуем неполными отрядами заходить, для того, чтобы стяги нивелировать. Ага. Блин, надо было добивку делать. Ну, можно и так. Падла, абсолютно не нужный был прохил. Не своевременный. 54 стяга. А могли были бы получить 55? Ладно, хорошо. Так, сюда тогда вы вдвоем пойдете. Так, нахер тебя. Ай, подожди, там же, по-моему, пока у них бонусная защита, то у них идет сопротивление отрицательным эффектом, если я не ошибаюсь, да. Блин. Хорошо, великолепно, здорово. Так, 55. И сюда. Так, наверное. Хотя в теории там бы даже, наверное, один Энакин бы справился. Но это в теории. Угу. Ой. Не, один Энакин бы тут, наверное, не справился. Вот это зря. Вот это было зря сделано. Так, давай этого дурачка добиваем. Этого дурачка добиваем. Здесь мы делаем прохил. И вот так. Да, ладно. Грязненько, грязненько. Ну, 53 стяга, в принципе-то, почему? Вполне неплохой счет. Быстро, достаточно таки победили, я думаю, что все-таки победили, потому что отыграли неплохо. У него в атаке есть легенда Палпатин, но как он будет проходить легенду Кайло у меня в 3 на 3, большой-большой вопрос. Опять же, у него есть еще Гэс, у него есть Древан, у него есть Падме, у него, в принципе, есть на самом деле кем его пройти, допустим, тушотом. Но даже с тушотом он нам ничего не сделает. В плане победить он никак не сможет. Ну, просто нет вариантов. Вот, на этом у нас все. Если интересненько, то обязательно подписывайся, что тебе в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.